Все готово, да. Молодец, отважная. Девочка маленькая прыгает. Вот это детишки пошли. Ой, это было жестко. Как девочка упала животом, обалдеть. Ой-ой-ой, как мне ее жалко. Вы видели, когда упала? Кустом вообще беда, как доской. Прыгайте. Да, вот получится. И знаете, что, чтобы легче было, возьмите просто покричите. Когда кричишь, первая чакра, я смогу, это злость. Попробуйте злость, со злости. Знаете, типа со злости, я что-то сделаю, со злости. Со злости. Вот представьте, что вы какую-то, не знаю, собаку представьте. Нет? А попробуйте злость просто, злость. Да, вот когда злость собираешь, ты типа, я смогу сейчас это сделаю. Я сегодня тоже там первый раз прыгнул. Первый раз прыгнул, вон я тут с самого верха прыгнул, самого высокого. Я первый раз еще никогда, я выше 5 метров никогда не прыгал. Как я сделал? Я просто так собрался, так вот, злость. Нет, что, какая злость, как больно, ты же солдатиком прыгаешь. Я собрался просто злости, знаете, вот так, набрался злости, и вот с криком, я так орал, у меня аж горло посадило. Я с криком, и все. И ты, а когда долго смотришь, не надо смотреть, просто со злостью, вот так не смотришь туда, потом резко, все, не думая, раз и прыгаешь. И можешь со злостью, и кричишь. Крик, он помогает давать. Только тем более, тем более, видите. Супер, отлично. Вы же боксер, что ли? Коллега, я же тоже боксер, мастер спорта. Да? Конечно. Я же тренер по боксу. А я бокс, я тренер по боксу, мастер спорта по боксу, да. Питер заканчивал, академия спорта. Да. Поэтому я в Киеве, да, сейчас в Киеве, да. Да, тем более.